Саня. Да. Сегодня твой любимый контракт обмена, знаешь почему? Посмотри, что нам сегодня может выпасть. Сраный аук-хамелеон. Я ведь знаю, ты так любишь это оружие. Ребята, у нас сегодня безумно жесткий контракт обмена, потому что мы сегодня крафтим... Знаете, что мы крафтим? Огненный змей. И знаете, какого качества? Немного поношенного. Если он выпадет, знаешь, сколько это будет стоить? Сколько 80 тысяч рублей. Короче, давай, смотри, мы отправляем все дело в контракт обмена. Первым делом мы запихнем статрек «Изумрудный дракон». Выглядит он у нас вот так вот. Посмотрите, какой красавец. Знаете, сколько он стоит? Да. 4 тысячи рублей. Вот так вот. Отправляем его в контракт обмена, и дальше мы утрамбовываем все нашими дробовиками, которые статрековские. Так, а вот где они только? Ага, вот они, нашел. Статрек нова. Отправляем все это дело в кастрюлю с контрактом обмена и закрашиваем все поле финального вердикта. И по традиции нам нужно что-то нарисовать, дабы задобрить дедушку Габена, и давай, он нам отдал огненный змей. Нарисуй портрет Монолизы. Идеальный портрет Монолизы. Идеальный портрет Монолизы? Да. А как связан идеальный портрет Монолизы и огненный змей, который нам сегодня выпадет? Просто проведи аналогию. Просто. Не задавай лишних вопросов. Хорошо. Пусть будет огненный змей. Пусть, пожалуйста, только не хамелеон. В крайнем случае, пусть это будет хамелеон. Азимов. Три, засекай, хамелеон. Я знаю, что, конечно, с твоим везением на улице только звездюлей получать, но, пожалуйста, пусть это будет не хамелеон. Один. Азимов статрек. Ну, блин, слушай, это, конечно, не так плохо. Это не так плохо, как могло было быть на самом деле. Это да, еще, да, знаешь, да, это не средненько. Так плохо, да. Ништяк, ребят, короче. Впервые в жизни ни туда, ни сюда. В общем, все хорошо, ну а мы продолжаем. Ребят, ну что же, мы перешли на сайт easydrop.ru, и сейчас мы здесь провернем самую классную махинацию и аферку, и называйте как хотите. То есть что мы сделаем? Мы откроем кучу всего, окупимся и заберем это себе. Ладно. Так, Сань, с чего мы начнем? Выбирай самый любой кейс. Самый дорогой кейс. Давай самый дорогой кейс. Ниже спусти, ниже. Самый дорогой кейс. Это какой такой самый дорогой? Кейс. Тут самые дорогие ножевые кейсы. Давай вот шанс ножа 80%. Шанс ножа 80%. Стоит этот кейсик у нас 2000 рублей. Он по скидке у нас, причем по такой неплохой скидке хочу я вам доложить. Да. И понимаете? И понимаешь, если ты сейчас не выбьешь нож, то ты будешь полнейшим. Вот смотрите, видите, 4... Давай вот, если мне сейчас выпадает нож, то так уж и быть, у тебя есть там доля везучей кармы. Если не выпадает, то ты лошок-петушок. Согласен? Договорились. Все. Короче, открываем обычно, и если выпадает нож, ты не лошок-петушок. Если выпадает нож... И ты мне его отдаешь. Нет, наоборот, если выпадает нож, ты... Да, Данил, вот, собственно, да, и тебе ножик. Повезло просто, вот, слышишь? И ножик, Данил. Ну, я там это... Не, ну как бы шанс 80%, шанс 80%, все дела как бы это самое. Мы продавать его не будем, потому что мало ли как пойдет, и может быть контракт обмена, все дела. И, ребят, давайте, кстати, здесь есть кейсы, которые... Сахарный кейсы. Дроп. Какой дроп? Сахарный дроп. Короче, смотрите, да, эти кейсы создают пользователи. То есть вы заходите и создаете сами кейсы, самые топовые кейсы. Вы создавали для меня кейсы, нет? Однократно писали мне об этом в личку. И давайте найдем пару таких кейсов. К примеру, по запросу Quantum. Так, написали Quantum, и ждем. Какие тут кейсики? Ого, Quantum кейс. Топ-нож для Quantum. Смотри на стоимость. О, ну давай откроем, Данил. Так, давай посмотрим, какие еще есть кейсы. И открывая этот кейс, то есть вот этот вот товарищ получает, там, допустим, часть, какой-то процент от стоимости кейса себе. То есть вот так вот это работает. Они еще и зарабатывают на этом. Офигеть. Он дорогой из-за истории о драконе. Понятно, потому шанс выпадения очень большой, походу. И давай откроем, просто посмотрим, что просто выпадет откроем с него. И прикинь, сейчас история о драконе. Да я офигею. Тут есть золотой карп. Вот Фобос, пламя, снежная... Понятно, да-да-да-да-да, даже огнетаджиков не доехал. 400 рублей. 400 рублей. Ну серьезно, 1800 рублей, 400 рублей. Нет, спасибо, это не окуп, это явно не окуп. Кейс для царя Quantum Games, давай посмотрим. Давай, перчатки есть, откроем быстро его. И да, царский кейс. Отлично. Царский шмот. Не, ну мы окупились, смотри. А, нет, не окупились. Не окупились. О, инжектор выпал, нормально. Вот это топ.
оставляем его опять же себе. И, ребят, у нас на счету есть 5000. И давайте пойдем в кейс фарм ножа. Ты видел вообще этот кейс? Это просто топовый кейс, потому что смотри, делаешь так и нажимаешь открыть обычно. Смотри, мы за раз открываем сразу 100 кейсов. Нифига себе, серьезно? Пожалуйста, пусть это будет нож. Пусть нам выпадет нож. Нет, по-моему, ножа уже не будет, да. Оно продается все сразу. Давай еще раз попробуем. X100, давай откроем быстро. Давай. Нет ножа, нет. Попробовать еще раз. Открыть быстро. Ты серьезно? Ай, блин, я X100 забыл включить. Так, по балансу еще нормально, но открыть быстро. Нож. Нет ножа, нет. Блин. Давай еще раз. X100, открыть быстро. Хватит. Хватит. Так, давай я предлагаю, у нас есть фарм перчаток. Ну, давай тоже попробуем сразу X100 и X100 500 и рублей. Быстро. Открыть быстро. И нифига нет, давай еще раз. Давай еще два раза. Нет, есть 1600 рублей, я предлагаю пойти еще пооткрывать кейсы подписчиков, которые они создают. Топ-кейс для Quantum 1488. Здесь мелькает такая рифма, поэтому как бы я не могу его пропустить мимо. Открываем этот кейс и, пожалуйста, здесь ножи, куча красных вообще скинов. Прикинь, ножик выпадет. Я буду просто орать. Нет! Нет! Да нет, ты понимаешь, весь кейс за 1000. Сколько он стоит? Да не, потому что они коэффициент выпадения на хорошие шмотки ставят высокие, поэтому они такие дорогие. Охренеть! Просто, ребят, стоимость всего этого дела 18 тысяч. Мы можем выбить предмет от 4000 до 73 тысяч. От 4000, вы понимаете? Это же жопа полная. Короче, отправляем в контракт обмена. Ребят, я надеюсь, что это будет стоить хотя бы больше 18 тысяч, пожалуйста. Больше 18 тысяч. Что это, блин? Что это такое? Что ты? Подожди, выглядит это очень странно. Я ожидал увидеть скин, а мне дали круглую наклейку. Охотник за головами. Блин, что это? И претендентом на номинацию премии Дарвина становится. Кто становится? Правильно, правда? Ребят, ну что же, на этом все. С вами был Квантум и Хелдор. Играли мы на сайте easydrop.ru. Заходите, играйте, выигрывайте. Ссылки на сайт будут в описании. И всем до скорых встреч. Всем пока. Пока-пока.